давай сперва проверимся потом закачаемся я у себя панцирь какой то вижу на спине э, хорошо и насчет три я даю программу э, Становимся в клетку тюрьму один два три и Сканер сканирует пространство над твоей головой под ногами 360 градусов вокруг тебя. На всех семи тонких телах находятся любые чипы, датчики, импланты, конвекторы, подключки, чужурные энергии, воздействия. От этого все выстраивается каналы, ведущий в клетку тюрьму ответственность. За эти подключки и воздействия притягивается в клетку тюрьму, где бы они ни находились, по цепочке и становится ее заложником. Один, два, три. Сканер сканирует все семь тонких твоих тел, находит все в спине что-то. Хорошо, я даю сил моего намерения вытаскиваю все, что у тебя в спине, отправляю в клетку тюрьму. Один, два, три. Да, будет так, а так и есть. Кто это? Как это? шар со щупальцем, ящер. Отлично, ящер. Снимается все маски и голограммы. Фантом предстоит в первозданном виде согласно своему эфирному коды ДНК. Выстраивает ящера и от всех подключек каналы 1, 2, 3 и притягивает всех остальных ответственных за эту подключку. Да будет так, а так и есть. Где бы они ни находились, притягивая их в эту клетку тюрьму. Нет, есть ящер, у него подключка такая, как круг, и от него идут разветвления какие-то. Угу. Хорошо. Считай цифры над головой этой сущности. Ящер? Да. Или ты еще кого-то видишь? 324. 324 ящер. Ты понял, куда ты попал сегодня? Ну он, он как рычит. Влад, сожги его защиту и принуди его лечь на пол и объявить о готовности со мной разговаривать нормальным тоном. Приступай. У него в спине образовался как пропеллер. Вот как. Да, и он его ну, пробил, насквозь, как насквозь крутиться начал. Он лег. Хорошо, Влад, убери лазер. Благодарю тебя. Второе, вторая попытка, третья попытка не будет поразить. Я перед тобой открою галактическое ядро, и ты уйдешь туда за то, что ты вошел в это биополе. Тебе это понятно сейчас? Причем он лег, он показывает, что он, он подавлен. Ему не настолько больно, как он подавлен. Чем он подавлен? Ну, вот это вот пропеллер, он как его кушает внутри. Отлично, Красивцы. хорошо. Там есть кто-то еще ответственный за этого ящера? Это не голограмма, ставим маячок зеленый-красный. Если это органическая субстанция, зеленый, если нет, красный. Какой вот цвета маячок? Зеленый. Зеленый. Хорошо, ящер, я тебе второй раз и последний обращаюсь. Что ты делаешь в этом биополе? Ловлю. Отлавливаю. Отлавливаю. Ты понял, кого ты споймал? Не просто понял, охотился. конкретно на нее охотился. А почему приказу? На таких, как она. Очень хорошо. И я даю команду. На счет три выстраивается канал к ответственным. Те, кто дал команду на этот приказ. Один, два, три. И я их притягиваю в клетку тюрьму. Всех до последнего. Он говорит, Всех. что такие, как вы, всегда интересны. Это никто не... Нет такого приказа. Это, Это негласное знание. Негласные знание. знания. Таких забирают. Куда забирают? пока на пирамиду. Да. А ты знаешь, сколько мы уже пирамид передали межгалактической полиции? Не знаешь? Кстати, я хотел спросить, как могли дроны пропустить этого ящера? Дроны не работают без команд. Хорошо. Вера, ты не давала команду дронам охранять. Понятно. Хорошо. И я даю команду на счет три, включая в Вере внутренний белый свет. Один, два, три. И на счет три Вера начинает выдавливать из всех семи своих тонких тел все, что находится на чистоте этого ящера, все его подключки, все его энергии, воздействия. Все это на счет три начинает выходить и формироваться перед ней в шар. Один, два, три. Все нити этих энергий выходят, формируется в шар. Все подключки выходят, все воздействия выходят, все идет в шар. Готово. Большой шар? Но он как меньше меча. Под подключки есть какие-нибудь в нем? Там знаешь, как вот сам вот этот шар с щупальцами, он как ртуть цвета, вот такой же шар. Отлично, отправляю его в клетку тюрьму. Один, два, три. И на три, Вера, даешь мощный удар и сжигаешь канал к интерференту. Один, два, три, удар. Готов. Отлично. Хорошо открывается портал в галактическое ядро. Остатки канала улетает на переработку в чистую первичную энергию. Закрывая, печатаю, растворяю. Скажи ко мне, ящера, как ты думаешь, как я сейчас поступлю с тобой? Наверное, сдашь полиции. А что получится из этого? Как ты думаешь? Они тебя отпустят? Это расследование. И как долго, как много времени ты проведешь при этом расследовании? Смотря по обстоятельствам. Хорошо. Сколько в земных годах минимальное и максимальное время твое пребывания, если тебя заберут сейчас? Он говорит, что это не так, как вы представляете себе тюрьму. Я не представляю вообще никак. Я просто не знаю, давать тебе межгалактической полиции или просто сделать тебе больно. Ты перешел границы, к твоему, глубокой, к твоему глубокому счастью я не могу принимать самостоятельные решения. Я прошу Ли выйти со мной на связь. Я на связь. Я приветствую тебя, Ли. Ли, объясни, пожалуй, у меня два вопроса. Что это за сущность и как, какую ошибку мы сделали? Она говорит, что подавленность. Угу. Он нашел слабое место закинул свой. Якорь. Да, вот этот шар с щупальцами. Угу. который начал давить еще больше. Все, теперь понятно. Благодарю Ли, что с ним делать. Она говорит, что заберем и всегда, когда на вас есть нападки, мы заберем. Благодарю тебя, Ли. Она говорит, Пишу. что мы не для этого вас растили, чтобы и как он отлавливали. Согласен, но меня больше интересует другой вопрос, как он пробил. И мы поняли из объяснения, что дроны не работали, потому что вера их не активировала своих намерением. Во-вторых, это подавленное состояние, которое не было выведено из биополя, притянуло это эту сущность. Я правильно понимаю? Наполовину не притянуло. А что? Наблюдение всегда идет, как только находится слабое место. Да, нам Они об этом... пытается главливать. Все понятно. Значит, <laughs> благодарю тебя в любом случае за этот замечательный урок. Это, наверное, лучше тысячи слов и техника для того, чтобы понять, как это все происходит. Хорошо, Верочка. Вы должны всегда быть в контроле. У вас всегда... есть... Абсолютно верно. Благодарю тебя, Али. Еще раз. Выводы сделаем. Мы заберем его все остальное. Уничтожить. Забрали. Хорошо, под шаром открывается и под всеми его подключками портал в галактическое ядро 1, 2, 3. Он улетает на переработку в чистую первичную энергию, закрывая, печатая, растворяя. Да. Отлично, Верочка. Давай теперь вернемся к нашей нормальной ситуации. Еще мы сегодня да. в другом месте. Помнишь, я говорила, у нас два места для работы. Да, выше и ниже. Да, вот мы сегодня выше. Хорошо, значит, сегодня будет вот это последняя наша клиентка. Наверное. Я так и понял. Там высокий 24 Гц, я, по-моему, вижу. Ничего, я готов.